Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Заметки Электрика. Сегодня вашему вниманию представлю схему подключения таймера Mini-T Orbis. Таймер суточный. О том, как его настроить, как выставить текущие сегменты, написано в статье. Ниже этого видео есть ссылка на эту статью. В данном же видео я покажу, как подключить с помощью этого таймера освещение. В данном случае просто лампу накаливания. Так, это у нас питающий кабель. Фаза 0 и земляной провод воды. Фазный проводник подключаем на вводную клемму автомата. Нулевой проводник 0 подключаем в одного кабеля, подключаем на нулевую колодку. Далее, для работы таймера нам нужно на клеммы 4-5 перемена напряжения 220 вольт. То есть на клемму 4 мы подключили 0 с нулевой колодки, а на пятую клемму мы подключили 0. Фазу. То есть фаза выходная с автомата пришла на клемму 1 и с нее перемычка на питание часового механизма. Вот. На клемму 3 мы подключили нагрузку. То есть фаза нагрузки и с лампочки входит на 0. Теперь покажу, как данная схема работает. Так. Вот сегмент с 21 до 7.00 все поднятые. То есть текущее время показывает сейчас 8:30. То есть можем смотреть вот сам циферблат часов. Можем смотреть по метке индекса, то есть примерно 2 часов там, 30 минут. То есть два сегмента это по 15 минут, вот оно 20:30. То есть автомат включен, лампа не горит. Так, вот имитируем работу таймера. Вот время у нас пошло. Доходит 9 часов. Ну, с небольшой погрешностью включается лампа. И вот дальше время 10 часов лампа горит, время 11 часов лампа горит, 12, час, 2 ночи, 3 ночи, 4 утра, 5 утра, 6 утра и 7. То есть вот метка индекс подходит к цифре 7. То есть время показывает 7 часов. Идем дальше. Лампа погасла. Все, остальное время лампа уже не горит. 8 утра, 9 утра, 10 утра, 11, 12 и так далее. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика».